Лютые морозы на севере страны приводят к трагическим пожарам. В селе Семиполка в сгоревшем дотла доме погибли двое пенсионеров. Огонь также полностью уничтожил здание сельского акимата Воскресеновки. Оба пожара случились ночью, когда температура опустилась ниже 40 градусов. Деревянное здание акимата Воскресеновки моментально превратилось в полыхающий костер, зарево от которого осветило все небольшое село. На месте работали 16 спасателей и 4 единицы спецтехники. Защитить от огня удалось ближайшие страны. А само здание, которому почти 80 лет, превратилось в руины. По предварительной версии, причиной стали неполадки с печью. Причину второго страшного пожара эксперты пока не называют. В селе Семиполка огонь уничтожил частный дом. После тушения спасатели обнаружили на пепелище тела 70-летней женщины и 63-летнего мужчины. Известно, что жилище тоже отапливалось печью, рядом с которой обнаружили погибшего хозяина. Иногда очень трудно бывает добраться до отдаленных населенных пунктов. И мы приезжаем, и, как правило, уже там, скажем так, очень большой ущерб. Замерзает вода. То есть такая проблема, когда приезжаем, воды практически негде набрать. Защититься очень просто. Надо просто соблюдать, строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не перекаливать печи, следить за ними.